Расположенный на холме Тынисмяги уникальный библиотечный комплекс, который по проекту архитектора Райана Карпа начали строить в 1988 году, а закончили уже в 1993, ожидает масштабная реконструкция. После ремонта в библиотеке будет создана более комфортная среда для работы и обучения. Планируется также, что в это здание переедут некоторые подразделения, располагающиеся сейчас в Национальном архиве Таллина. На этой неделе состоялась торжественная церемония передачи ключей от помещения библиотеки строительной фирме. Крыша и внутренние помещения сейчас в плохом состоянии. Это мы выяснили после специального аудита. Также необходимо изменить планировку кабинетов и аудиторий, чтобы они отвечали современным требованиям. И действительно, здание нуждалось в ремонте, поскольку его инфраструктура амортизирована. Электрические, водопроводные, отопительные и другие технические системы не соответствуют современным критериям как с точки зрения содержания, так и безопасности. Помимо этого, разрушаются карнизы. Ну а что касается перепланировки кабинетов, то в результате аудита выяснилось, что в здании много ненужных закрытых помещений, которые после реконструкции будут предоставлены всем желающим для проведения семинаров, встреч и работы. Нам предстоят довольно масштабные работы по реконструкции. Реконструкции подобного характера мы делали ранее, но в меньшем объеме. Здесь есть специфические моменты, но мы к ним подготовились с большой ответственностью. Одна из причин, почему это очень масштабный проект, заключается в том, что площадь здания свыше 40 тысяч квадратных метров. К тому же оно было построено довольно давно. Окончание работ запланировано на 2025 год. Однако в свете международных событий не исключено, что эти сроки будут изменены. Сейчас библиотека переехала и расположена по адресу Нарское шоссе 11 в здании, которое по своим габаритам примерно в 10 раз меньше, чем строение на Тынисмяги. Как вы видите, на этих символических часах до открытия обновленной Национальной библиотеки осталось всего лишь 199 недель. Остается надеяться, что никакие внешние факторы не помешают запланированному строительству, и действительно библиотека откроет свои двери в назначенное время. Сергей Овчинков, Роман Васильев, Новости Таллина.